Что случилось? Рассказывай. Жестокая несправедливость, да? А что такое? Это нечестно. Я вчера зря почитала и сегодня зря почитала. Но договор какой был у вас с мамой? Никакой. Ну, то есть, договор был простой, да? Почитала телефон. Почитала телефон. Нет, подожди, почитала страницу телефон. Сегодня ты прочитала полстраницы. Полстраницы, потому что я вчера полстраницы почитала. Ну, вчера же не считается, вчера обнуляется. Почему? Это что, получается, я вчера зря почитала, а это нечестно. Ну, как же нечестно? Ну, я же тебе сказал, все по-честному. Дочитываешь полстраницы и получаешь телефон. Что? Это нечестно выходит. Ты читаешь там полстраницы. А за что? Ни за что. Ну вот зато ты сейчас полстраницы дочитаешь и за телефон. Нет. Получается, почитала три дольки страницы зря. Что значит три дольки страницы? Половинку. Ты прочитала зря. А вот если бы ты прочитала целую страницу за сегодня, то получила бы телефон. С твоими любимыми игрушками. Нет? Не вообще Майнкрафта немного. Да? Зато там есть там что-то интересное в твоем телефоне. Папа, я там почти все поударяла. Да? Тикток надо поставить. Да? Или как у вас там? Детский тикток лайк, да? Да? У тиктока лайк надо. Ну, но это же надо дочитать сначала, понимаешь? Полстраницы осталось. Получается, я читаю сначала зря, а потом вообще много. Так подожди, если ты завтра будешь читать, тебе завтра целую страницу придется читать. Повторяю, папа, я не люблю читать, что ты еще хочешь? Я хочу, чтобы ты поиграла, посмотрела свои любимые телефончики. Хочешь посмотреть телефончик? Там, может, там что интересное? Дочитаем. Может, кто написал тебе что? Кто что? Ну, не знаю. Никто ничего не может писать. Может, прислал кто-нибудь что-нибудь смешное? Кто? Ну, я, например. Ну, ты? Что-нибудь с мамой неинтересное? Почему? С животными, например, что-нибудь из ТикТока? Знаешь, папа, мне обидно, когда я читаю, и мне не за что читать. Бери книжку, там полстраницы, там вообще легкотня, там по чуть-чуть почитать. Там же вообще легкотня. Вот столько, прям. Вот столько, да? Да. Вот столько. Вот столько, но там, посмотри, сколько там мало написано. На той странице, вот, которая... Вот столько. Нет. Ты не представляешь почитать. Иди посмотри, сколько там осталось почитать полстраницы для телефона. Там совсем чуть-чуть. И приходи, будешь получать свой телефон.